Пытаюсь повторить танец, сука, Фрэнки. Как его зовут? Фрэнк? Фрэнк, ёлки-палки. Усаживайся поудобнее. Прошу тебя. Я хочу, чтобы тебе было комфортно, дружище, ёлки-палки. Наливай пельмешки, заваривай печеньки, и все у нас будет хорошо. Я уже не знаю, сколько лет я не заходил в эту игру. Может быть, полгода, может, год. Посмотрите, когда у меня последний раз был видос по данной игре. Но ко мне обратился подписчик, говорит: слушай, накопились у меня сундуки в Бравл Старсе. Вот. Зайди, пожалуйста, на мой аккаунт, открой, тем более там новый перс вышел. И я, ребята, честно, отказать не смог. Я, конечно, понимаю, что просмотров не будет, я понимаю, что вам пофиг, вы даже лайк поленитесь поставить. Хотя, как говорит гуру Бравл Старса, Зебраил, если вы его еще смотрите, передавайте ему привет от меня. Он говорит, что чем больше лайков, тем больше шанс выбить Лего. Вот и проверим. Не надеюсь здесь ни на что. Не надеюсь я на Леги, ни на что не надеюсь. Ни на просмотры не надеюсь. Вообще, я, знаете, человек антинадежда. У нас Бравл Старс давно не заходил. Как видите, люди до сих пор оставляют заявки. Вот, по ссылочке в описании на открытие Бравл Боксов. Ну, давай откроем. Давай откроем. Вообще, давай аккаунт посмотрим. Это Рой Спол аккаунт. Почти 16 тысяч кубков. В клубе каком он находится? Клуб... А тут он ни в каком клубе не находится. А вообще сделали какие-то бонусы? Вы хоть напишите в комментариях. Есть смысл находиться в каком-то клубе или нет? Есть там плюхи? Или это все как было бесполезным занятием, так и осталось? Ладно. Сколько? 129 маленьких, 9 больших. Что у нас по бойцам? Я уже реально не помню, что тут, как делать. Посмотрите, тут еще какая-то новая штука появилась. Гаджет. Медвежьи лапы. Нита приказывает своему медведю нанести удар по земле, оглушая всех врагов в радиусе действия зарядов на ма... Я уже давно не шарю в этой теме. Реально, давно не шарю. Какие-то гаджи. Я играл еще, когда была вроде просто звездная сила. Сейчас же какие-то гаджеты добавили. Божечки. Так, и тут не хватает 5 бойцов, я так понимаю. Спраут это новый боец или нет? По сути, это 2 леги, а остальные не леги. Джеки. Я даже не знаю, что это за Джеки вообще. Ну, Джеки, как бы, подожди. Эту я не знаю. Этого я тоже не знаю, что за прикол вообще. Я никого не знаю, реально. Слушай, сколько они... Вот это, я так понимаю, новый, да, ребят? Ну, вот этот новый, окей. Пропеллер у него. Вообще, как бы их все было бы хорошо. Давай, подожди, поиспытываем. Вот Джеки, да? Сейчас, перед тем, как буду открывать, давайте... Мне просто интересно, не знаю, как вам, но как бы такие эмоции человека, который в Бравл Старс давно не заходил. Делитесь видосом, если вам не трудно, я не знаю. Подписывайтесь там. Подожди. Прикольно. А он, интересно, станет? Ну, прикольно. Необычно. Молодежно. Ты такой заходишь в середину. Такой бам-бам. Смотри. Как классно. Ну-ка, и подожди, и. И смотри, тут неважно в какую сторону, просто можешь нажать Е. Стой, это ты типа притягиваешь противников к себе. Но им даже урона никакого нету. Да, просто притягиваешь, но потом, типа, можешь вот так вот бомбить. Ну, не знаю. Интересно, конечно. Если хотите, чтобы я записал видео на своем аккаунте, ставьте лайки. Подожди. Мистер П, испытать. Вообще, пишите, что там, как там дела в Бравл Старсе-то вообще. Так, мистер П. Какая-то птица ржачная, да? Нормально. Нормально накидывает. Накидывает. Автонаводка тут, я так... И что у нас тут? Это какая-то пушка? Прикол. Бьет слабо, но все равно, наверное, раздражает. О, смотри, он шарится. Он ходит и шарится. Слушай, и пошел дальше месить. Это весело. Ладно, подожди, давай по-быстрому других испытаем.
Так, ну Ворон это понятно, Спайк понятно. Спраут. Давай испытаем Спраута. Спраут, да, как я понимаю, новый там что-то я видел за 350 гемов продают. Окей, а тут у нас что, ёпта? О, слушай, ну он мне нравится, он прикольный. Вот что тут у нас за супер это. Так он даже урона не нанес. А в чем прикол этой обилки? Типа туда зайти нельзя потом? Закидываешь. Да, и туда зайти нельзя. Ну, кстати, может быть, в бою это пригодится, да, чтобы там враги кристаллы не забрали. Или, точнее, гемы. Не знаю, я уже не помню. Самоцветы, как это называется. Ну ладно, пошли открывать. Давай начнем с маленьких. Я надеюсь, их можно быстро открывать. Так. Слушай, ну должны что-то выбить по-любому. Опа, что это? Звездная сила. Окей. Я надеюсь, это хорошо. Вы там пишите. Так. Окей. Жаль, нельзя сразу по 10 открывать. Я надеялся, что уже столько времени прошло. И как бы разработчики добавят функцию сразу там по 10 открывать, не знаю. Но так у меня, знаешь, как бы... ресурс нажатий на моей мышке, он не резиновый, я бы вам так сказал бы. Так. Не останавливаемся. Давай, там уже леги, хиролеги. Звуки все те же в игре. О, мы сейчас большой открываем, да? Окей. И это я еще испытал, как бы... Опа! 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 Джеки! 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 Ёпта! Джеки выбили. Вот, ну, как бы уже не зря, скажем так, это открытие провели. Подожди. У нас же еще целая куча бойцов. Вот это кто? Сэнди? Слушай, Сэнди я тоже не помню. Макс? Бля, лол, я его тоже не знаю. Слушай, короче, ставьте лайки, я зайду потом на свой аккаунт, сниму видос. Бля, вот эту я тоже не знаю. Кем мы выбили? Джеки? Дэрила я знаю. Дэрил красавчик. Вот это что такое? Вот это я тоже не знаю. Слушай, а дофига добавили тех, кого я не знаю. Подожди, это что? Не, ну это понятно. Ладно, окей, давай продолжаем. Короче, что-то страшные какие-то вещи происходят. Так, давай большой откроем. Так, ну хотелось бы лег каких-то выбить. Давай, давай, давай. Большие. Опа! Гаджет выбил. ПМ ставит лечебную турель, которая дает залп, восстанавливающий 1200 очков здоровья ПМ и союзников в радиусе 210. Окей. Интересно, девки пляшут. Интересно, девки пляшут. Меня это редкая вообще штука. Мы выбили звездную силу и гаджет. А чё бы, ёпта, не да? Чё, почему бы и не да, а? Это, Ребзи, да, там? Кто в Brawl Stars играет, блядь? Вы отправьте видосик, скажите, блядь, там есть такой чувак! Ёпта, посмотри, подпишись, блядь. Может, тогда я чаще начну вообще снимать видосы по Бравлу. Вот, Но это вряд ли. Я вообще даже не верю, что это видео наберет 1000 просмотров. Но надо, чтобы оно куда-нибудь там в рекомендации попало. Так, продолжаем. 100 сундуков. Мне уже как бы надоело их открывать. Вот была бы кнопка, типа, открыть все. И вот там уже как бы смотришь, что тебе выпало. Вот это было бы реально интересно, прикинь. Накопил хилиард, короче. Хулиард этих сундуков. Потом взял их, разом всех открыл. Было бы классно. Давай, 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 не останавливаемся. Не останавливаемся. Ну, давай, еще Лего, Лего, нам нужна Лего. Нам нужна Лего. Нам нужна Лего, давайте, чтобы ёпта, шансов было. Там, я знаю, вы все равно лайки не поставили. Давайте, чтобы шансов было больше открыть, одену маску. Буду как дебилоид сидеть в ней. Давай. Давай, давай.
Лего наливай, лего наливай, давай, да, давай наливай, о, 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 та-ра, та-та, та-ра. Давай, не останавливаемся. Долбим, мочим. Где там? Жестко, по красоте, твою ж дивизию. Ну, где же ты? Где? Лего ненаглядная. Лего, ты где? Лего. Оу-воу-воу. Давай. Быстрей. Давай. Йоу. Не, ничего не падает, суки. Суки, Бравл Старс, ну вы чё, проблем хотите? Вы чё хотите, это... Как эта фирма называется, которая Бравл Старс выпускает? Хотел сказать Splinter Cell. Подожди, нет. Как-то она называется. Как-то она называется. Ну давай там, подожди. Не Splinter Cell, а... Как эта фирма? Короче, приеду, всех расфигачу. Где леги? Где леги? 60... Ну, давай уже, когда мы откроем... Во-первых, у меня два вопроса. Когда мы уже закончим их открывать, потому что у меня уже палец устал, на нем мозоль. На нем уже серьезная мозоль. Мне больно нажимать по мышке это открывать, понимаешь? Мне больно. Мне больно. Мне, подожди, жалко, у меня макросов никаких нету, знаешь, там, типа, нет автокликеров, там, ба-ба-ба-бам. Давай, пытаемся ускоряться, как только это возможно. Давай, лего. Лего. О, опа. Гаджет для этого, для голубя выбили, отлично. Ну, наверное, гаджеты редкие. Давай, 50. Давай! Ой, вот, блин, видите, как я ускорился? Ну, давай. 50 сундуков осталось. Давай большие пооткрываем. Может, что, только из больших падает, что ли? Нет, давай большой тоже добиваем. Нет, ничего, все, больших больше нету. Открываем маленькие. 48. Вот еще чуть-чуть осталось помучиться. Еще осталось чуть-чуть помучиться, друзья. И как бы и нормально все будет. Еще чуть-чуть, ребята. Еще чуть-чуть. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай. Пожалуйста. Ну где? Где? Ну что мы получим? По сути, мы только одного какого-то перца выбили, и все. Одного чемпиона. Как так-то, а? Как так-то? Не, ну вы шо, ребята? Ну вы шо, ребята? Ну, разве это хорошо? Ну вы где, а? Ну вы где, а? Ну вы шо, давай там. Слушайте, а сейчас 15 тысяч кубков, это вообще много? Эй! Эй, братиш. Братиш, ну ты чё? Ну ты где? Братишка. Ну вообще уже как бы 20 боксов осталось. 20 бравл боксов осталось. Где вообще эти все леги? Где эти леги? Куда они пропали? Что мы будем делать? Оу-оу-оу-оу. 20 сундуков. Не, ну это будет так тупо, если вообще ничего сейчас не упадет. Это реально, это свинство. Бравл Старс, ну ты шо? Бравл Старс, ну ты шо? Ну ты шо? Ну ты шо? Ну камон, ну какого? Какого? Подожди, я давай даже вот... Я увеличу себя, может быть, увеличенный я определенно какие-то бонусы, ну, типа,
Не знаю. Может, удачу принесу? Вы ничего не понимаете? Давай. Ну и мне заставку будет легче сделать. Ага! Так. Тарай-да-тай-тай-тай. А-ля-ля-ля-ля. О-о-о-о. 9 сундуков. Ну, гаджетов всяких навыбивал. Но мне персы интересуют. Там все эпично так получается. Гаджеты, суперсилы выбиваю. Ну а персы-то где? Где персы? Все, последние брав... О, смотри, звездную силу выбиваю. А персы где? Я не знаю, вот напишите, это удачное открытие бравл боксов или нет. Это мне повезло или не повезло? Все, последние бравл боксы. Последний остался, последний, сука! И не выпало больше ничего. Короче, не знаю, ребзя... Как бы вы уже сами определяете, это как вообще хорошее видео, плохое видео. Я сделал все, что мог. Вот, могу пожелать огромнейшей удачи моему подписчику, игроку под ником RoycePaul. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Ставьте лайки, не знаю, там, блядь, смешно, конечно, но делитесь видосом. Всем чао и пока! Главное, в комментариях напишите, что это было, удачно, неудачно. Чао!